ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुज्जीरयेत्। नाष्टाप्रयेष्वभाद्रेषु नित्यां भागवतसेवया। भागवाच्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिचि नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चिदादेशतारिणे वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Хари Кришна, доброе утро, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Итак, мы с вами Нитьям Бхагавата Севу совершаем, стараемся, точнее, совершать, то есть служить Шримад Бхагаватам, да, каждый день по возможности. Секунду. Да, вот так. Служить Шримад Бхагаватам, то есть как мы можем служить Шримад Бхагаватам? Можем слушать Шримад Бхагаватам, можем распространять Шримад Бхагаватам, рассказывать о Шримад Бхагаватам. Может быть, это нам кажется каким-то непривычным занятием распространять что-то, рассказывать. Но на самом деле все люди о чем-то говорят, что-то распространяют, какую-то информацию. В интернете все распространяют какие-нибудь ролики про котиков обычно, вот, или про котиков, или про ковид. Ну, как бы одно из двух. В принципе, выбор небольшой, да. Вот, но... Да. Поэтому преданным, в принципе, не надо ничего менять. Нужно просто содержание поменять. Вместо того, чтобы перебрасывать котиковские ролики, нужно начать о Кришне говорить. Но здесь есть один секрет. Секрет в том, что мы не сможем говорить о трансцендентных темах поверхностно. Вот это вот важный секрет. Как мы... у нас есть цикл, да, Иштагоштхи с преданными в Риге. Вот этот цикл лекций, встреч называется «Секреты Гаудии Вайшнавов». Вот мы уже говорили о секретах садусанги, о секретах арчаны. Вот. И вот это один из секретов Бхагавата Шравана или Бхагавата Севы, что невозможно слушать Бхагаватам просто как ритуал. Это очень... это невозможно на самом деле делать. Это возможно какое-то время, пока у нас сохраняется какой-то энтузиазм, ложный энтузиазм. Не в смысле утсаха мои, а ложный энтузиазм в смысле энтузиазм, основанный на нашем каком-то материальном интересе, на материальных мотивах. Мы знаем, что строго у каждого человека есть целый набор мотивов, и они как бы, ну, они пробуждаются в какой-то момент, когда наше сознание развивается по мере удовлетворения каких-то нижестоящих мотивов или потребностей, что в принципе в данном случае синонимично, у нас постепенно пробуждаются более высокие мотивы. И поэтому мы знаем, что человек с ребенок, да, ребенок или молодой человек, или девушка не могут выполнять какого-то очень большого, ответственного, социально значимого служения. Почему? Не потому, что человек не умеет какие-то вещи делать, но потому, что мотив у него не тот. И вот эта вещь с мотивом очень редко мы сталкиваемся. Вообще, в принципе, мы как бы мы о нем не думаем. Как в прошлый раз, по-моему, да, я вспоминал эту цитату знаменитого психолога о том, что облака мыслей, гонимые ветрами мотивов, проливаются слезами,
потоками слов, да, проливаются водой слов. То есть мотивы – это такая неосознаваемая нами вещь, как правило, но ее невозможно игнорировать, тем не менее. Поэтому мы видим, что даже если я что-то делаю, что-то я делаю, это не означает, что я действительно это делаю. Вот, это не означает, что я действительно в это вкладываюсь. И если я о чем-то говорю, то сама по себе информация еще ничего не означает. В наше время информации очень много, но рынок, буквально рынок, ну, то есть атмосфера, она перенасыщена информацией. И люди, самая любимая как бы фраза сейчас у людей, это как там, здесь говорят правду. Ну, то есть мы говорим правду. Вот, это просто истина. Я просто вам говорю истину. Вы просто сопоставьте факты, и вы все поймете. Вот. И вот это вот здесь очень большая ошибка, на самом деле, в этом кроется. Обман даже, я бы сказал. Потому что в действительности нет голых фактов. Нет такого. Само понятие голых фактов создали люди, которые хотят как-то донести до кого-то свое послание, завуалировав его голой истиной. Как бы, да? Plain naked truth. Как бы, истина, как она есть. В действительности мы знаем, что истина, как она есть, она только в трансцендентной природе существует. Это Верховный Господь. Он абсолютно истинный. Джанма, Дися, это ага. Он тот, из кого все зашло. Но все остальное в этом мире не может быть абсолютно истиной. Это всегда, всегда, это всегда относительная истина. И она относительно... Относительно чего? Она относительно позиции, которую человек занимает. И вот эта, вот эта позиция очень тесно связана с мотивом. Так вот, еще раз, извините за такое долгое вступление. Дело в том, что даже если мы говорим правильные вещи, даже если мы говорим как бы истину, вроде бы, да, истину, то есть правду, матку, вот, но это еще ничего не означает. Потому что настоящее послание – это наш мотив. И ярчайшей иллюстрацией к этому является, безусловно, вторая глава седьмой песни Шримад-Бхагаватам, где Шри Хираньякашипу проповедует своим родственникам. После того, как Господь Варахадев убил Хираньякшу, Хираньякашипу был очень зол на него, и он готов был на все, но ему сначала нужно было успокоить родственников, поэтому он пришел туда на кремацию, там были вдова усопшего, да, там была мать их, да, мать усопшего, Хираньякши, Хираньякашипу, дети, вот, там были дети, то есть это была очень такая печальная церемония, и нужно было что-то сказать. Тогда Хираньякашипу, или как его Бхагавата называют, Шри Хираньякашипу, произнес речь, вот, очень сильную, очень, он был потрясающим оратором, ритором, то есть он такие, там, такие вещи рассказывал. И в основном он говорил о бессмертии души. Он говорил о том, что не надо переживать, что душа бессмертна, даже если Хираньякша не умер на самом деле, это тело его просто умерло. Да и вообще тело, оно никогда не было живым, поэтому вы не переживайте. Не надо ни о чем переживать, он идет дальше, его судьба прекрасна. Вот. То есть такие вещи. И более того, Хираньякашипу даже, чтобы проиллюстрировать это положение, эти все вещи, он рассказывает историю о том, как однажды умер царь Суягья. И как там было подробное? Ну, то есть там... Он умер, и царицы собрались вокруг него, они оплакивали этого царя. Очень, ну, горестно, горестно оплакивали. Тогда сам Ямараджа пришел к ним в облике мальчика брамана и стал проповедовать им, стал говорить о том, что... Ну, то же самое, собственно говоря. Он говорит, он стал говорить им, о чем вы переплачете? Вы о себе подумаете. Зачем вы плачете о мертвом? Кришна Бхагавадгити говорит, что «Ашочанан вашочествам прагевадам шчабашасе». Не скорбят мудрые люди ни о живых, ни о мертвых. Зачем вы это предаетесь этому горю? И более того, даже и этот Ямарадж рассказал еще одну историю. Это очень любопытно, как Хираньякашипу свою позицию, не свою позицию, точнее, а вот эту роль играет.
как он здорово играет роль. Он рассказал про Ямараджу. Ямараджа рассказывает там про Хираника, про ловца птиц, да, про двух птиц, которые сидели и ворковали, парочка. У них были птенцы тоже прекрасные, только что оперившиеся. Жизнь птиц прекрасна. Вот. Ну, по крайней мере, мы так думаем. Вот они поют, мы думаем, они поют. А на самом деле они борются за существование очень, очень жестко. Как недавно мне показали ролик, где в скворечник вставили камеру, и там 2 месяца эта камера наблюдала за всем, что происходит в скворечнике, как залетают птички, как они начинают строить себе гнездышко, как они тут веточки натаскивают, как у них появляются яйца, как эти яйца они высиживают один за другим, потом как эти маленькие птенчики начинают проклевываться. Все так прекрасно. Удивительно. Но в какой-то момент там начинаются ужасы какие-то просто. Просто ужасы. Сначала эти дети орут, эти птенцы орут, орут, и они там, ну, им приносят. Прям там все это будет близким таким планом показано. Очень интересно. Прям эти птицы приносят им каких-то червячков, жучков, дают их, кормят, кормят, те частично съедают, отрыгивают что-то, это надо все уносить. Потом испражнения все, оказывается, птицы собирают испражнения в гнезде и выбрасывают их за пределы скворечника. Вот. И затем в какой-то момент там прям очень ясно было видно, что какой-то такой огромный клюв, огромный, вот по нашим соображениям, вот такой, такой клюв черный вдруг, значит, в эту узкую дырку в скворечнике залазит, и клыки, и когти, вот эти пальцы на когтях, на лапах птицы туда, даже такие, прям как в фильме ужаса каком, знаете, ну, туда прям, ну, он не залезет, она маленькая, но они так перепугались, это самочка, мама с детьми, вот, она там такая прям так скрывается, прячется, ну, куда она, в траву там прячется, во все эти, в мох. Вот. Страх, я представляю, как у них сердце бьется. У меня в детстве были эти канарейки, их просто хватаешь, и у нее там сердце так колотится, как в руку берешь, у нее так сердце колотится, как будто сейчас выскочит. Я представляю, что вот с этой птицей происходило. И затем, через какое-то несколько дней, они показывают. И птенцов было 5 в самом начале, потом смотришь уже их 3, потом смотришь их уже 2. И как, ну, а где, куда они делись? Там не показано, куда они делись, но, к сожалению, но понятно, куда они делись. Либо их затоптали. То есть вот, и вот тут начинается, либо они выпали, вот тут начинается правда жизни. Вот она правда, если мы говорим об этом. Так вот, мы думаем, что птицы наслаждаются, но на самом деле это только страдания. В целом материальная жизнь так устроена, что здесь нет наслаждений. Здесь есть предвкушение наслаждений. И вот эти птенчики сидели на веточке, рассказывать Ямараджа. И вдруг, значит, охотник, ловец птиц, хватает их в свою ловушку. Он поймал, по-моему, там сразу же маму и птенцов. Поймал и схватил их. И тогда самец, птица-папа, стал сокрушаться тоже. «О, горе мне! Я не смог уберечь! Я... Какая беда! Я свою дарму нарушил!» И так далее. Какие-то очень громкие такие слова тоже произносил. На самом деле это наш менталитет, да, то, как мы мыслим. И что он сделал? Он сказал: «Я пожертвую собой. Я просто... Да ради них я на все». И он ринулся туда, на этого ловца птиц, на его сеть. И, конечно же, он был тоже пойман. То же самое ожидало его. Поэтому Ямараджа в облике мальчика говорит женщинам: о чем вы волнуетесь? Вы о себе подумайте. Посмотрите, вы сейчас сокрушаетесь о том, что и так должно было уйти. И этого невозможно вернуть, но ваше время уходит. То время, которое вы могли бы посвятить духовной практике, сейчас вы просто бесполезно тратите здесь. Красивые слова. Очень красивые, очень сильные. Это важная мудрость. Но когда Хираньякашипу все это рассказывает, там говорится, что его речи в Бхагаватам 7.2 говорится, что его речи произвели некий эффект на одного человека, на его мать, на Дити. Вот. И мы узнаем, что на самом деле, да, на нее произвело впечатление, но больше никого это никак особо не тронуло. Более того, сам Хираньякашипу действовал вообще по-другому.
Сам Хиранья-Кашипу после этого сразу же, он там говорил о бессмертии души, он говорил и так далее и тому подобное, но сразу же после этих слов он вооружился до зубов и сказал: я пойду убивать Вишну. Вот, и дальше он там принимает решение все это сделать. То есть на самом деле на него это никак не повлияло. И мы задаемся вопросом, а обладал ли знанием Хиранья-Кашипу в тот момент, когда он проповедовал это трансцендентное знание, Атмавидью? Обладал ли он каким-то знанием? И, конечно же, мы понимаем, что он не обладал. И то, что Бхагаватам называет его Шри Хиранья-Кашипу, это скорее ирония. Так делается, да, иногда мы обращаемся к кому-то, как, там, например, как Индри иногда обращаются, Бхагаван и Ачарьи объясняют, что это ирония в тех ситуациях. Это в четвертой песне, в истории с 18-19 главы. Это история про... кто там у нас был? Это после жертвоприношения Дакши, да? Не помню сейчас точно, но там есть обращение, к Индре обращается, Бхагаван Индра. Вот, и... там Брамичи по-другому, ну, не принципиально. То есть, что я хочу сказать, что... Бхагаватам иногда так делает. Там Ачарья объясняет в комментариях, что на самом деле это ирония. Потому что, ну какой он Бхагаван? Он как бы совершил ошибку очень серьезную. Он обусловленная душа. Шилпурпада в комментариях это объясняет, что он обусловленная душа. Так вот, у нас... Так вот, эффекта не было на самом деле. Даже на Хиранья-Кашипу. Но тогда возникает вопрос, а почему был эффект на Дити? Но на Дити же это произвело впечатление. Она действительно, она отреклась, она раскаялась. У нее там произошли перемены в сердце. И это важное сомнение. Почему? Потому что когда мы говорим или слушаем, то слушаем без говорим без реализации, либо слушаем того, у кого нет реализации, то есть вроде бы мы делаем правильный процесс в этот момент, но если там на самом деле нет вот этого, в сердце человек этим не живет, то эффекта не будет. А почему же тогда в случае Дити был эффект? И мы узнаем, что на самом деле дело было вовсе не в... И вот это очень важный урок, смотрите. Я хочу обратить на это наше внимание, прежде чем будем читать, потому что первый вопрос – это методология навсегда. То есть мы изучаем Шримад-Бхагаватам, нам прежде всего нужно понять методологический подход, то есть как мы это будем делать. Вот. И методология всегда начинается, первый пункт, я хочу вам рассказать, как делает вайшнавская методология, гаудии вайшнавской методологии изучения шастр. Мы сейчас изучаем эту тему в университете Бхактивиданты под руководством Шрилы Бхактивиянга с вами Махараджа. Вот, и кто-то из вас, наверное, тоже, да? Махарадев пробучится, если он вот здесь, наверное, Сарвагья Прабу там преподает. Вот, и, то есть есть три шага. Вот, пожалуйста, вам как бы практичные инструменты, как можно изучать Священное Писание. Когда мы читаем книгу или главу, или какой-то стих, всего три шага. Первый шаг, который нужно сделать, это, ну, мы о нем часто говорим, это, собственно, самоанализ или самопозиционирование. То есть, а кто я по отношению к тому знанию, которое сейчас буду перед моими глазами предстанет? Кто я здесь? Чем я занимаюсь? А вообще, я квалифицирован это делать или нет? Имею ли я квалификацию изучать это писание или эту главу? Да, как Шрила Прабхупада говорит, если человек не изучил первые 9 песней, он не имеет квалификации изучать 10-ю. То есть он не может этого делать. Поэтому, и как Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж говорит, что на самом деле даже важно не то, есть ли у меня квалификация, но важно, есть ли у меня дисквалификация. То есть есть ли какие-то терминальные препятствия, критические препятствия для моего изучения этого момента. Есть ли у меня изучение, в нашем случае изучение означает слушать или говорить, а есть ли какие-то терминальные препятствия, то есть, может быть, я вообще лицемерю, может быть, я просто хочу славы, я хочу, ну, выговориться, да, еще что-то, или я хочу прям, ну, просто у меня реально ложный мотив, исключительно ложный. Поверхностный мотив, тогда я должен, ну, как-то остеречься. И мы знаем, что иногда преданные говорят, можно я буду изучать Говинда Лиламриту или там, ну, Кришна Карнамриту, ну, какие-то такие, ну, сокровенные, да, или Уджвала Ниламани, да, сокровенные произведения.
И духовные учителя никогда не разрешают это делать людям неквалифицированным, потому что мы будем проецировать на то, что мы читаем, свои представления об отношениях в этом мире. И те отношения, которые между Радхой и Кришной, Гопи и Кришной, это то же самое, что мы видим вокруг. Аниме, как бы, понимаете, мультики. Вот, мы будем это так воспринимать. И это страшно, это только убьет нашу бхакти. Почему? Потому что нет квалификации. Так вот, первое, мы должны свою квалификацию оценить. Это очень трезво. Вот это первый шаг. И нужно понять, а нет ли у меня каких-то предубеждений к этой теме? Может быть, нет ли у меня какого-то опыта или травм, да, которые могли бы исказить мое восприятие априори, прямо вот, ну, уже сейчас. Да. То есть эту вещь нужно очень хорошо в себе видеть. И, конечно же, здесь все мы можем понять, что у нас есть какой-то нечистый мотив, что у нас есть какие-то ограничения, которые не позволяют нам изучать Бхагаватам и так далее. Но почему мы тогда беремся за это? Почему мы тогда, в принципе, за это беремся? Потому что у нас есть приказание. Потому что выше всего, в наивысшей квалификации, это приказ духовного учителя. Если у нас есть, если мы руководствуемся этим, понимаем, да, я не квалифицирован, я вот сейчас сел говорить что-то, да, перед, ну, я вот, ну, я не квалифицирован, может быть, мне там неудобно какие-то, я там, нужно как-то тилку поставить, да, нужно одеться по-вайшнавски, а я, может быть, так не делаю, вот, ну, не все так привыкли делать. На самом деле мы так делать должны, потому что Бхагаватам – это часть метода Панчаратрики. То есть естественно, Бхагаватам – это Бхагаватамарг, но он встраивается в рамки Панчаратрики, то есть в наше поклонение Божеству. А поклонение Божеству означает, что мы делаем все по правилам. Есть очень четкие правила поклонения Божеству. Вот, и поэтому мы приходим, если мы приходим в храм давать лекцию, мы не делаем там это в штанах или в рубашке. Я помню, я рассказывал, да, как один преданный к нам пришел в Москве, я тогда еще жил, тоже так лекцию давать. Ну, вот, ну, один иностранный преданный, он не знал, что он с брахмачари русскими связался. Вот, и, в общем, у нас с ним произошел там разговор. С тех пор он не дает лекции в московском храме, вот, потому что у него была определенная позиция. Но наша позиция такова, что мы, неважно, как бы, какая чистая у меня одежда или нечистая, неважно, в храме или не в храме, но если я прихожу служить Бхагаватам, да, говорить или рассказывать, или даже слушать Бхагаватам, я делаю это максимально, насколько это возможно, естественно, в моих условиях, так, чтобы это было приятно Божеству. Мы прямо представляем, что здесь на самом деле Божества. Шишигор Нитай рижские, они на самом деле следят за тем, что происходит. Вот. Они никуда не делись. Они там стоят сейчас в заперти, да, локдаун. Вот они стоят и ждут. Ну, это мы думаем, то есть, что они ждут там нас. Они не ждут, они в сердце каждого, на самом деле. Они в каждом доме, в каждом из вас находятся. Вот у кого-то даже на алтаре. Шрила Прабхупада говорил, что божества дома – это экспансия божеств с храма. Экспансия. И он даже поэтому говорил, что писал в письмах, что вы можете даже не проводить арати и не кормить божеств дома, если вы делаете это в храме. Потому что эти божества в доме – это только экспансия тех божеств. Если вы и там послужили, то это вы уже послужили, все. Настолько серьезно к этому относился. Поэтому божества Шиши Гор Нитай, они присутствуют, они смотрят за всем, что происходит. И поэтому мы вот так приходим к этому. Так вот, еще раз, у нас может быть много дисквалификаций. Мы там не подходим по каким-то, может быть, мы не дотягиваем, мы стараемся, но у нас что-то не получается. Но главное, почему мы это делаем, потому что Шрила Прабхупада хотел это. Шрила Прабхупада в своих письмах тоже он пишет, когда он вводил лекции по Шримад Бхагаватам утренней, он говорит, что я хочу, чтобы вы с разных сторон обсуждали то, что вы прочитали в моих книгах. То есть он не просит нас давать трактование Шримад Бхагаватам, он не просит нас объяснять Шримад Бхагаватам. Он уже все объяснил. Он объяснил. И наша задача в том, чтобы читать регулярно, внимательно, много читать, да, обильно читать его книги и делиться друг с другом тем, что мы поняли из этих книг, из его наставлений, в контексте вот той главы, того раздела Бхагаватам, который мы читаем. Вот, собственно, этим мы занимаемся. Поэтому, да, может быть, у нас есть какие-то дисквалификации, но у нас есть приказ Шрилы Прабхупады и духовных учителей, поэтому мы это делаем. Затем второй шаг, это когда первый был самоопределение или позиционирование себя по отношению к этой книге, к этому предмету. Да. Второй шаг – это очень важный. Мы должны понять,
Какое отношение? И вот это уже вы поймете, почему это как раз имеет, это связано с теми стихами, которые мы сейчас читаем. Итак, второй шаг – это понять, какое отношение, каков статус темы, которую я изучаю, о чем тема, каков предмет, каково его отношение, каково его положение в рамках вайшнавской седанты. Вот это вот очень важный момент, именно это ключевое слово – седанта. То есть мы не можем все воспринимать на одном уровне. Мы видим, что разные разделы Священного Писания, наставления Священного Писания о разных вещах говорят. И порой есть внутренние противоречия. Иногда кто-то может сказать, что это за такие веды, или даже Шримад Бхагаватам внутренне противоречив. Там говорится то об одном, то о другом. Это то, с чем мы сейчас с вами столкнулись. Да? В первой главе Шукадева Госвами начал отвечать на вопрос Махараджи Парикшита, что же делать. Вот. И он ему сказал, делай вот это, да, то есть там Анукиртанам, да, он говорит, нужно Анукиртан совершать. Вот. И в принципе все, он ответил на его вопрос. Но потом мы говорили, и Сарвагья Прабху в своей лекции потрясающим образом это описал, да, просто волшебно, что, но потом Шукадева Госвами вдруг начинает говорить о медитации на сферу душу в сердце. С чего бы вдруг? И как, опять же, Сарвагья Прабху замечательно объяснил, что это был его косвенный заход, да, косвенная проповедь, он, как бы учитывая квалификацию людей, которые здесь собрались, он обращается к ним, апеллирует к их уровню сознания для того, чтобы вовлечь их. И Сарвагья Прабху, опять же, дал потрясающий рецепт косвенной проповеди, ну, косвенной, так называемой косвенной проповеди, да? То есть, когда мы говорим не напрямую о Кришне, когда мы о Кришне вот косвенно говорим, да, косвенно не значит говорить о косвенных вещах. Это значит говорить косвенно. О том же самом, но косвенно. Вот. И Махараджа, то есть Шукадева Госвами, как Сарвагья Прабху объяснил, он говорит им об их практике, но встраивает туда вектор определенный. Помните, он такое слово использовал? Вектор. Поэтому он говорит во всех этих стихах, вот, то, что было, ну, практически до конца первой главы, он говорил о как там, йога, а бхакти, мишра, гьяна, йоги. Да? Ну, бхакти, мишра, гьяна, йоги, или бхакти, мишра, йоги, можно так сказать. Ну, условно говоря, да, бхакти, мишра, йога. Когда, да-да, йога есть, но давайте, но он туда вкрапляет в бхакти, вот эту бхакти, мишру делает. Вот, и в конце концов, собственно, все приходит к второй главе, которую мы сейчас с вами читаем. Это не то, что все не в конце концов, а вторая глава – это логическое продолжение. Это продолжение описания того же, да? Вот и мы сейчас прочитаем этот второй текст. Но смысл в том, что делает Шукадева Госвами? Он как бы делает такой детур, да, или такой как бы объезд. Он, ну, как бы мы едем вроде бы куда-то, потом говорим, о, слушайте, мне надо тут заехать в одно место, да, вот давайте. Но это по дороге, там небольшой крюк будет, да. Вот, и вот он делает такой маленький крюк для того, чтобы зацепить аудиторию и не просто как бы ублажить ее, не просто станцевать перед ними, но он делает это для того, чтобы захватить их с собой и туда же их потащить, туда же повести их к той же самой цели. Так вот, если мы, когда мы изучаем что-то, вот это второй шаг, нам очень важно понять, а как это утверждение или вот этот раздел, эта глава, этот стих, как это связано с седантой. Вот сейчас мы скажем, что такое седанта, это очень важно, да? Но вот как оно с этим соотносится? Седанта – это, собственно, ну, краткая формулировка того, о чем речь, что такое духовная наука, что такое учение Господа Чайтаньи. Есть разные формулировки седанты, безусловно, в разных школах они разные, у Мадвачари своя формулировка, у Шанкарачари своя формулировка седанты, да, и у Шанкарачари, как она звучит? Как там? Брама Саттям Джаган Митья, да? Совсем кратко. Вот. Шрила Бхактивиньянга с вами хорошо объясняет, что такая ведантистская или такая самая зрелая, то есть плод вед сформулирует седанту в 500 сутрах веданта сутры. Вот Брама Сутра, вот это произведение, 500 там этих шлок, даже не шлок, а сутр, это и есть седанта. Вот то, как там написано, это оно и есть. Но это очень сложно, поэтому разные чари упрощают, а сжимают эту седанту. У Мадвачари есть краткое описание седанты.
наши тоже Гаудия, вайшнавские ачари давали разные описания. Шрила Бхактивинода Тхакур дал описание Сиддханты, то есть как этот стих «Амная праха татвам гуру миха», да? Ой, нет, это я перепутал. Ну, «Амная праха» с этого, который начинается. Вот этот стих. То есть где четко пересказано, кратко, тезисно, или формулировка Сиддханты, это наш любимый стих Шринатха Чакраварти, который мы часто цитируем, вы его любите тоже, это «Аради Бхагаван Враджешитана Ястадхама Вриндавана Рамьяка Чиду Пасана Враджеваду Варгена и Калпитага». Да? «Шримад Бхагаватам Прамана Мамалам Према Павардху Маган Шри Чайтанья Махапрабху Матам Идам Татра Дарова Напарага». Где Шринат Чакраварти формулирует философию Господа Чайтанья, что мы поклоняемся Кришне. Кришна – это верховная личность Бога. И вот, этот вот, вот эта формулировка Сиддханты – это и есть то, это тот камертон, с которым мы, когда вы гитару настраиваете, да, вы бым на камертон сначала, и потом вы первую ноту. И уже от первой ноты идут все остальные. Но ну, как бы только супер-супер профессионал, даже такой человек не будет без камертона настраивать. Ну, мало ли, чуть-чуть ошибся, всякое может быть. Вот, но вот этот камертон, вот с ним нужно соотнести любое утверждение, которое мы читаем. И Сарвагья Прабху тоже в своей лекции, по крайней лекции, он рассказывал, что таким камертоном является, помните что? Эти чамша калапумса Парибаша сутра, да? Вот вы там это обсуждали тоже. Парибаша сутра, это является. Но Парибаша сутра – это Сиддханта вот в конкретном произведении. Но у нас есть в целом Сиддханта, как она... Ну, Парибаша сутра – это как бы экспансия, это проявление Сиддханты в конкретном произведении. Она олицетворяет ее. Но Сиддханта в себе содержит ряд положений, которые, может быть, даже в Парибаша сутре не упомянуты. И в этом искусство формулировки Сиддханты. Так вот, у нас есть определенная формулировка. Ну, в принципе, Даша Мула Татва – это и есть формулировка Сиддханты, где Бхактион Такур описал, что вот есть Верховный Господь, это Шри Кришна, а ради Бхагаван Враджеша Танес, да, что живые существа – это его неотъемлемые, прокритиковали там, что они его неотъемлемые частицы, но они находятся в обусловленном состоянии. Бывают есть освобожденные, есть обусловленные и так далее. Да, то есть все вот эти подробности, что единственный метод вырваться или достичь своего истинного положения – это что? Это чистое преданное служение, это точнее даже не чистое преданное служение, а практика чистого преданного служения, вот. Садхана Бхакти. Вот. И целью, результатом всего является према Бхакти. Вот это называется Сиддханта. Так вот, второй шаг, когда мы анализируем что-то, нам необходимо соотнести. А вообще то, что мы сейчас читаем, как оно соотносится с Сиддхантой? Это может быть либо парафраз, то есть пересказ, это то же самое, да? Как эти чамши, калафумса, вот оно, это так. Или когда мы слышим, что 2.1.5, да, что нужно, или нет, 2.1.11, да, что нужно повторять Харинаману Киртанам, то есть нужно повторять святое имя. Это, собственно, есть Сиддханта, просто пересказанное. Поэтому эти утверждения мы буквально, да, вот так и есть. Либо это утверждение может быть не пересказом, а иллюстрацией. Иллюстрацией или каким-то, ну, разъяснением в каких-то социально-культурных обстоятельствах. Да, в каком вот именно в той среде, в которой находится. А это, то есть это не прямое описание Сиддханты, но это описание ситуации, в которой мы применяем бхакти, применяем Сиддханту. Либо это может быть противоречием, это может быть пурвапакши, то есть осознанной попыткой как бы поставить под сомнение, ну, вопрос задать. Либо это может быть испытанием, как опять же. Сарвагья Прабху, опять же, мне очень впечатлила его лекция. Он вспоминал, да, вот этот ярчайший пример из шестой песни Шримад Бхагаватам, первой главы, где, ну, вы помните, я не буду повторять, да, где Шукадева Госвами испытывал Махараджу Парикшита, вот, что, ну, мол, знаешь, вот достаточно вот этого делать и так далее. Вот этот весь диалог вы помните. Так вот, как мы можем, я помню, что вот не понимая вот этой методологии, мы часто, я помню, раньше мы читали, например, этот стих, где Шукадева Госвами говорит «Тапаса брамачарина шаменача дамэнача», да? Что нужно гьяна-йогу практиковать. Мы читали и думали, да-да, точно, надо все, надо практиковать. Вот-вот, тапасию надо практиковать, шама, дама и так далее. Да, вот это все, это нужно практиковать, действительно. Ну как же, это же Шукадева Госвами говорит.
А оказывается, Махараджа Парикшит-то он по-другому к этому относился. Он вот этот правильный второй шаг очень правильно сделал. Поэтому весь Бхагаватам нас учит, как это делать. Первая песня, она как раз нас позиционировала правильно. Кто мы по отношению к этому знанию? Если мы себя правильно не спозиционируем, то мы не сможем уже ничего понять. И поэтому, когда Хираньякашипу проповедовал даже, его позиция была неверной, поэтому это не имело никакого эффекта. Вот. И мы с вами, когда служим Шримад-Бхагаватам каждое утро, мы должны это делать, должны научиться это делать. Мы должны научиться это делать в правильной позиции. То есть именно в позиции, пробуем же мы, но очень трудно осознать себя слугой, тем более бескорыстным слугой. Поэтому что нам делать? Как нам относиться к процессу изучения, служения Бхагаватам? Самый надежный способ или надежная позиция, позиция, которая никогда нас не подведет, это позиция ученика. Ученика. То есть, может быть, я не слуга, но я ученик. Ученик – это тот, кто хочет измениться, это тот, кто принимает заботу, руководство своего старшего, да, и старается, ну, как бы проявлять инициативу в этом плане. Ученик – это не тот, кто сидит и ждет, пока ему дадут задание или вызовут к доске. Ученик – это тот, кто ждет, когда не просто ждет, а он тянет руку. Поэтому, как правило, те, кто в школе на первых партах сидят, они добиваются больше, да, в жизни потом. Ну, как правило, потому что те, кто прячется там, они, ну, как бы, они не очень-то в ученической такой позиции. Ну, естественно, не всегда так, есть масса исключений, но, как правило, это так. Те, кто на первых рядах, они там всегда руку тянут. Вот. И, да, и вот наша задача – это научиться, как ученики, слушать Шримад-Бхагаватам. Вот, и давайте. Так вот, это мы, я рассказал про первый, да, шаг, второй шаг. Первый шаг – это позиционирование, второй шаг – это когда мы статус, определяем статус этого утверждения, этого предмета, того, о чем мы говорим. Вот, и третий – это уже там мы применяем разные инструменты, то есть мы пытаемся понять, в каком контексте это было сказано, кому это было сказано, кто при этом присутствовал, кто говорит, да, и так далее. То есть, ну, мы смотрим, а где аналогичные утверждения еще есть, и как они соотносятся, и так далее. На кого ссылаются, и кто тот, на кого ссылаются. Там много-много разных инструментов. Вот. Но здесь, почему я об этом заговорил? Потому что нам с вами важно не просто вот как бы свой интеллект даже включать, а нам важно к Шримад-Бхагаватам отнестись как к спасительному кругу, спасательному кругу. Вот. То, что мы сейчас слушаем Шримад-Бхагаватам или рассказываем, а рассказывающий тоже слушает на самом деле, потому что для того, чтобы рассказать, я должен слушать. Я не могу просто сесть и рассказать что-то. Да? Даже вот наши лекторы, ну, мы говорим лекторы, но на самом деле ни один из этих людей не может просто взять и с сердца начать рассказывать, потому что все мы практикующие преданные, у нас там в сердце столько всего. И для того, чтобы мне начать что-то говорить, я должен сначала наслушаться. Я должен очень много слушать, систематически уложить это все в голове. У меня должна появиться послание, картинка. Я должен понять, что я, ну, как это, как вот обсуждаемая тема, этот стих Шримад-Бхагаватам, что он несет, каково его послание, этот раздел, каково его послание, и решить, о чем я буду говорить. Но я буду говорить не о том, что мне кажется, там хочется сказать, да, о политике или о Венере, там, я вот когда готовился, там, про Венеру, да, говорится, я сразу вспомнил, что читал на статью, что ученые хотят полететь на Венеру, я решил, думал, буду, наверное, буду рассказывать вам тоже, как там, какая атмосфера на Венере, там, как там азот, какой уровень там, какое там давление и так далее. Но на самом деле, ну, почему я должен об этом вообще говорить? Ну, да, Прабхупада это упоминает, но на самом деле нам важно говорить о том, что вот что Бхагаватам нам сейчас говорит. Конечно, какие-то вещи мы по ходу можем упоминать, чтобы проиллюстрировать, но основную идею мы, безусловно, должны уловить от самого Шримад-Бхагаватам. Вот такова методология нашего с вами лекций. И поэтому мы даже не считаем, что то, что делает лектор, это киртан. Нет, это тоже шраванам, это часть шраванам, потому что слушать, слушать, слушать. И фактически повторение услышанного – это тоже обучение, это тоже слушание, а не киртан, не проповедь. Проповедь – это когда человек, вот как его разбудили, да, и он такой,
Гауранга. Вот это проповедь. Или он мама, да, вот это тоже проповедь. Вот чтобы человек в экстремальной ситуации кричать, вот это вот, вот это называется проповедь. Вот. Так вот, и теперь давайте вот понимая это все, что да, мы, нам выпала великая удача слушать Шримад-Бхагаватам. Вот, и первое, мы себя должны вот позиционировать, то есть очень четко понять, что мы ученики, мы учимся, мы хотим понять, мы будем обсуждать именно для того, чтобы понять и научиться жить таким образом. Вот, и вот это вот главы, я еще раз напомню, сейчас я секунду там загляну, чтобы не пропустить какой-то момент хотел. Да, собственно, вторая глава – это такое более глубокая медитация на ту тему, которую упомянул Шукадева Госвами, или медитацию на Вератрупу, более глубокая. И как, опять же, Сарвагья Прабху объяснил, первые стихи – это иллюстрация. Одну секунду, там какой-то ремонт начался. Итак, первые стихи – это иллюстрация того, что на самом деле такая, такие мистические высоты доступны живому существу, да? На примере Брамаджи. Брамаджи, который создавал Вселенную по замыслу Господа. Вот. Там, здесь также в этой главе будет описана вот эта медитация на как она называется? Карама Мукти, да? И я забыл, как она называется. Карама Мукти и Садья Мукти, по-моему, если не ошибаюсь. А, то есть там вот эти разные этапы того, как разные методы, как человек может медитировать на Верховного Господа. Так или иначе, все эти вещи будут подробно рассказываться. Вы еще все это будете изучать. Я не готовил какой-то обзор этой главы еще раз. Вот, но в конце концов, в самом конце главы мы узнаем, что Шукадева Госвами объяснит, что но настоящее самосознание, то есть он как бы выводит из этого детура, да, из этого обездного пути, он говорит, что на самом деле, в конце концов, нам нужно научиться слушать Шримад-Бхагаватам. Пить ушами, буквально, пить своими ушами. И в этом смысле, конечно, важнее всего это именно позиционирование. То есть, хорошо, кто мы во всей этой ситуации, чем мы занимаемся. Вот. Тем не менее, мы посмотрим более подробно этот стих. Я еще раз извиняюсь за долгое вступление, но я думал, это будет важно. Итак, второй стих, когда мы продолжаем. Сейчас мы немножечко в сторону отошли для того, чтобы захватить этих людей. Но на самом деле это не каких-то там людей хочет захватить Шукадева Госвами. Он хочет нас захватить. Потому что в каждом из нас есть вот эти мишеры или ложные мотивы, да, то есть мотивы, которые заставляют нас ожидать от бхакти чего-то другого. Вот. И он говорит, хорошо, там каких-то хотите эзотерики, мистики, давайте, это тоже есть, в сердце каждого можно, там, можно чувствовать, воспринимать мир чувствами других людей, можно мысли их читать и так далее, да, давайте мы сейчас об этом еще поговорим с вами, но на самом деле потом мы придем к другому. Так вот, это к нам. Итак, Шукадева Госвами говорит: Шабдасе хи брамана эша пантха янам абхирдья ятидхир апартхайх пари брамам статрана виндатертхан мая мае васаная шаянаха. Перевод и комментарий у Божественной Милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады, Ачарья основатель ИСККОН Шрила Прабхупада Кинджай. Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья. Здесь Шукадева Госвами фактически как бы он говорит о том, что находится. Он не просто говорит о Брахме как об иллюстрации к тому, чтобы обладать мистическими силами, но он сам обладает мистическими силами. Как там Йонтах Правишья? Нет, вот это пранама мантра Шукадева Госвами, да? Там говорится, что он вошел в сердце каждого. Там Сарва Бута Хридаям Муни Манатосми. Я кланяюсь этому мудрецу, который вошел в сердце каждого. На самом деле, что здесь говорит Шукадева Госвами? Он говорит,
Он сейчас говорит то, как думают мудрецы, вот эти вокруг. Но он даже глубже идет. Смотрите, в этом стихе две мысли. Первое, он говорит, ведические мантры, то есть он говорит про веды. Он сейчас обращается к мудрецам, которые думают вот так. Они думают, ведические мантры вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. То есть эти мудрецы, они уже знают, что, ну, в общем-то, в рае нет ничего хорошего, все эти веды не так важны, но у них есть сомнения все-таки. То, поскольку там есть вот эти крама-муктики, да, то есть люди, которые хотели бы все-таки освобождение постепенно получить. Вот, мы узнаем, да, об этом, что... Или это уже было, я сейчас не помню. Вот эта схема была же, да, у вас, Кришнакирти, я помню, вот это вот, где... Ну, есть она там в Субодхине находится, и, да, и она важна, потом, может, там ее покажете или публикуете еще раз. Я помню, мы ее уже обсуждали. Так вот, там описано как раз, что да, есть те, кто идут путем крама-мукти постепенно. И Шукадева Госвами к ним обращается. Он говорит, ну вы же знаете, что нет ничего хорошего в райских наслаждениях. Ну куда вы? Ну вы-то куда? Вы же знаете. И потом, и вот здесь он вторую мысль говорит. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях. То есть он говорит, ну вы-то мудрые люди, ну вы-то куда? Зачем вам эти райские наслаждения? Но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья. Вот. И потом уже после этого он будет говорить об отречении. Почему? Потому что он вот эти все стихи про отречение, они логически следуют, потому что он как бы, он вот здесь вот за грудки берет этих мудрецов и говорит, ну оставьте вы вот эти пережитки своих материальных желаний, выбросьте. Вы уже встали на путь отречения, но по-прежнему храните в своем сердце какие-то вот, ну, в конце концов, может быть, у меня появится безлимитный интернет, да? Ну, как вот и все, вот, понимаете, вот это вот райских наслаждений каких-то хочется. И он говорит, ну, отбросьте уже, в конце концов, мы другим занимаемся. Шрила Прабхупада комментирует. Обусловленная душа никогда не теряет надежды найти счастье в материальном мире. Никогда, даже будучи йогом. И в поисках его готова отправиться даже в самые отдаленные уголки Вселенной. Ее уже не устраивают условия жизни на Земле, богатство, которое она эксплуатирует изо всех сил. Она, то есть душа, хочет попасть на Луну или на Венеру, чтобы эксплуатировать ресурсы этих планет. Ну, тут можно упомянуть, да, что действительно Илон Маск и кто там еще, Безос тоже, Джефф Безос, да, они планируют уже эти пилотируемые миссии на Марс, вот, сейчас уже кто-то, китайцы, что ли, заговорили о миссии на Венеру, потому что реально об этом, хотя я все-таки упомяну, что атмосфера Венеры вообще не предназначена для жизни, там очень большое давление, там кислотная атмосфера, там они запустили какой-то зонд несколько лет назад, вот, и он растаял, там, расплавил его что-то за 40 минут, что ли. То есть просто такая атмосфера, все плавит, ну, по крайней мере, там, куда они, в том месте, которое они считают Венерой. Вот. То есть, но людей, тем не менее, тянет. Или там на Титан, да, на спутник этого Юпитера, да, или Сатурна, что-то. Вот, то есть, куда-то хотят лететь все время. Потому что, кто это сказал? Хокинс, да, сказал, знаменитый атеист, ученый, который недавно тело оставил, но величайший атеистический ученый современности, он сказал, что Земле осталось 5000 лет, по-моему, он сказал, да, 5000 лет, или даже меньше, поэтому нам нужно срочно искать, как бы, замену, срочно нужно переселяться на какую-то другую планету, эта планета долго не выдержит, так он думал, но планета не выдержала только его пока, Хари Кришна. Итак, Шрила Прабхупада продолжает. Но в Бхагавад-гите Господь предостерегает нас, 8.16. Он говорит, что жизнь на любой из бесчисленных планет этой Вселенной или других планетных системах одинаково бессмысленна. Вселенным нет числа, и в каждой из них бесчисленное множество планет. Но ни на одной из них нет спасения от страданий материального бытия, мук рождения, смерти, старости и болезней. Господь говорит, что даже высшая планета Брахма-лока или Сатья-лока. Почему Прабхупада здесь говорит Сатья-лока? Любопытно, да? Возможно, потому что Сатья-лока как бы звучит как вечная планета, да? Сатья-лока, вечная. Но на самом деле даже она какая? Не говоря уже о райских планетах.
Все эти места не подходят для жизни, поскольку и там живые существа обречены на те же материальные страдания. Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушные этим законам, они словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталлоки. Карусель или колесо обозрения, да, или американские горки. Истинное счастье можно обрести только в Царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального бытия. Итак, следуя по указанному ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, на той или иной планете, но нигде в материальном мире он не найдет того, чего он на самом деле ищет – вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Так, даже нигде, даже на Гавайях, где там, в Крыму. Сейчас вся Россия рванула в Крым. Вот как бы Крым наш теперь, да, и вот как только летний сезон, все туда рванули. И что? Ну, опять же, это не шутка, это не смешно, но это иллюстрация очень яркая. Да? Мы видим, что сейчас происходит в Крыму и в Краснодарском крае. Вот эти потоки дождя, реки выходят из берегов, люди гибнут, там все, там просто смывает все это. Стихия не выдерживает такого накала наслаждений. Вот, а люди пытаются. Но даже живя в России, многие думают, что совершенство жизни – это уехать из Москвы в Крым жить. Вот, многие так думают. Но, видите, даже там есть страдания. Или мы тут с преданными были в Паланге на днях, вот, там харинамы, и можно посмотреть вот на лица людей, которые... Мы с преданным ходили, наблюдали прямо за людьми, как они выглядят. Идет человек, мужчина с семьей. Видно, что он, у него в голове все крутится. Евро, евро, так, тут 5 евро, там 10 евро, там 20 евро. У него вот это все крутится. Я столько, так, я работал, я заработал, вот теперь трачу сюда. Неудовлетворенные дети, которые не ценят ничего. И они там, ну, они наслаждаются, как хотят. Да. Мороженое упало, там, велосипед сломал. И он как бы не обращает внимания на то, что это все... Деньги, как один преданный друг мне рассказывал, как он пошел с женой в магазин, вот, и он мне рассказывал, что, не помню, кто это был, но, может быть, кстати, если кто-то из присутствующих, простите меня, но я помню очень яркий образ такой, он говорит, я пришел, и она говорит, давай вот это купим, давай вот то купим. Я понял, говорит, что она мыслит как бы суммами, да, вот это столько стоит, это столько стоит, а я мыслю временем. То есть я понимаю, что вот это 10 минут моей жизни, вот это 2 часа моей жизни. Потому что я, говорит, стал перекладывать на себя. Вот какую сумму я в час зарабатываю, вот это вот она хочет потратить сейчас. Это 3 часа моей жизни она хочет на это потратить. Ну, забавно, но он так смеялся тоже. И когда мы видим, что близкие не ценят нашу жизнь, что близкие наши, вот эти вот наши кровные силы, да, они их вот так вот пх-пх. И причем там мужчины и женщины, смотришь на них, видно, что у каждого были какие-то ожидания от этого отпуска в Паланге. Да, они думали, что будет вот так, вот так. И при этом они идут неудовлетворенные, потому что они не получили этого. И мы с преданным там, ну, я вообще ничего не ожидал. Думал, ну хоть мороженого, может, поем наконец-то. Потому что лето уже давно, я мороженого не ел. И мы сидим счастливые на лавочке, кушаем мороженое. Вот такие, больше ничего не надо. А люди ходят вокруг такие грустные. Или там кто-то идет с намерением наслаждаться. Ну видно, что вот оделась как бы, ну красиво. Вот. Ну как красиво, ну так считается, что это красиво. Вот. И вот видно, что у нее на лице как бы, ну, планы. Сейчас она будет... При этом она в телефоне очень суровым видом что-то там кому-то доказывает, отвечает. Вот. И ну уж, Господи, ну то есть нет на самом деле наслаждения. Более того, это только больше и больше утомляет живое существо. И вот Шрила Прабхупада говорит об этом. Истинное счастье можно обрести только в Царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального бытия. Итак, следуя по указанному ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, да, мы это прочитали, но я повторю, в той или иной стране, в той или иной планете, но нигде в материальном мире он не найдет того, чего он на самом деле ищет.
вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Шрила Шукадева Госвами говорит Махараджи Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того, чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу. На самом деле он это говорит не Парикшиту, а он говорит это мудрецам. Вот это он говорит мудрецам. Но он использует логику, как это называется, ну, то есть, когда свекровь хочет научить невестку, да, или как невестка называется, да, вот, она говорит дочери. То же самое здесь. На самом деле, хотя он обращается к Парикшиту, на самом деле он имеет в виду других, другую аудиторию. Никакие материальные планеты и самые прекрасные условия жизни на них не являются вечными. Поэтому человек должен полностью избавиться от желания наслаждаться временным счастьем, доступным на этих планетах. Другая иллюстрация вот этого положения, что ничто не является вечным, это те люди, которые живут на курортах. Вот мы там гостили, ну, там снимали комнату, вот, и я наблюдал тоже за хозяевами этого дома. Мне было интересно, как они. Я смотрел, это люди, которые стареют, уже старятся, они уже как бы, ну, им не, у них болезни, ну, проявляются, все видно, варикоз там уже на ногах, все, ну, то есть видно, хотя они как бы там волосы красят, там как бы улыбаются, одеваются по-курортному, да, но видно, что болезни, ну, как бы подкапывают уже их фундамент, их жизни, да, и с деньгами у них тоже не так все хорошо, ну, там в Паланге они там 2 или 3 месяца в году только фактически у них заработок, все остальное время они на эти средства как-то пытаются выживать. Да? Я помню, мы с Гуру Махараджем были в одном на берегу тоже, в прибережном городе, во Флориде. Там 2 дня мы жили, нам там преданные Гуру Махараджу устроили отдых. Вот. И мы жили тоже в таком доме, в такой семье. Тоже они нам дали там несколько комнат, но это были преданные, правда. Ученики Шрилы Прабхупады. Вот. И я наблюдал за ними тоже. Вот на самом деле никакой разницы. Вот что Паланга, что Флорида, как это, восточное побережье Флориды, да, то есть как бы это, ну, Тихий океан, там шикарно, не помню, как город называется. Вот. Но это роскошный совершенно курорт, но то же самое. Вот та же самая борьба за существование, те же самые терки в отношениях, какие-то вот... Вот это вот, когда люди понимают, что уже ничего не изменить, уже все, уже вот этот мужчина, он до конца со мной, эта женщина, она со мной уже, и можно, конечно, развестись, но уже как бы, а что делать потом, как? Ну, уж как-то надо мириться, нужно как-то сосуществовать, вот. И вот такая жизнь на самом деле. И потом там приходили преданные, у нас была программа в Паланге, и пришли преданные местные. Они тоже делились этим. И видно было по их лицам даже просто по их вот, ну, внешнему виду, что они очень устали от этой жизни. Эта жизнь реально... Ну да, курорт, ну хорошо, где бы еще? Гавайи. Шрила Прабхупада вот, бывал на Гавайях, да, он часто об этом говорил. Даже он говорил, здесь сохранилось климат Сатья-юги. Что-то такое он говорил. Но тем не менее, мы видим даже там большие страдания у людей. Я помню, общался с преданной из Гавайев. Она литовка, знаете... Она, ее зовут Джугала Раса, она живет на Гавайях. Вот. И то же самое, на самом деле, нет никакого счастья. Поэтому еще раз закончим, да, на этом, что Шукадева Госвами обращается здесь, сейчас он делает косвенный заход на тех мудрецов, которые там собрались. Они не уверены, что нужно предаться Кришне, хотя они об этом уже услышали. Но поэтому, обращаясь к ним, он говорит, ну... Он обращается к Парикшиту, но имеет в виду их. Говорит, что, пожалуйста, отбросьте окончательно эти остатки, все остатки своих устремлений. И вот это, дорогие преданные, мы можем на себя уже напрямую примерить. Потому что мы с вами, хотя получили высшую цель, у нас есть это понимание, да, но все равно остается надежда, что, ну, хоть, по крайней мере, мороженого поем, да, или что-нибудь там на велике покатаюсь, не знаю, что там. Там мне преданно говорили, давай там на этих, на скутерах покатаемся. Говорю, ну, зачем? Ну, то есть это нормально там детям, знаете, повеселиться, да? А вот так вот, ну, взрослым людям, ну, а зачем кататься? Да? Ну, что это дает? Что-то развивает или что это? Как-то нас к Кришне ближе делает. Вот. И так далее. То есть вот есть смысл, преданный, глубоко посмотреть в свое сердце и ответить себе на вопрос. А есть ли в моей жизни такие мелкие,
мелкие, но противные привязанности, которые мешают мне. И задача не в том, чтобы начать от них активно избавляться, а потому что это невозможно, и мы просто отвлекаться будем. Дальше мы узнаем, что в действительности преданному не нужно даже специально избавляться от своих привязанностей. Но это нам нужно лишь для того, чтобы понять, что я нахожусь в тяжелом состоянии. То есть мы диагностируем болезнь не для того, чтобы ее лечить. Вот это очень важный принцип. Мы диагностируем для того, чтобы понять, что мы больны. И в таком состоянии мы идем к врачу. Вот что мы делаем. То есть мы не лечим свои болезни, мы идем к врачу, мы идем к гуру и делаем то, что он нам говорит. И осознание степени заболевания, симптомов нам нужно не для того, чтобы лечить болезнь. Это называется самолечение, это очень опасно. В духовной жизни самолечение не работает. Это и есть йога. Бхакти-мишра-йога. Это вот самолечение в духовной жизни. Но наша задача в том, что придя сюда, увидев свои недостатки, болезни, и что когда вы сами, смотрите, вы же привязаны к этим мелочным самокатам, мороженому и так далее. Да, я привязан. И вот если я это понял, вот теперь мой шаг не в том, чтобы избавляться точечно от тех или других привязанностей, а в том, чтобы... Потому что йоги это будут делать, но это займет у них тысячи лет, пока они от всех мелочных вот этих вот нюансиков избавятся. И то непонятно, чем это все закончится. А наша задача, стратегия в том, что мы, увидев это, говорим, о, да, Гуру Махарадж, что мне делать? Вот, об этом, как я понял, этот стих. Пожалуйста, ваши дополнения, вопросы, если есть. Дети. Ух ты. Божество. Это у вас божество такое? Харе Кришна. На микрофоне написано божество. Божество, да. Так получилось. Спасибо огромное за вступление, во-первых, за настройку. Очень важно для нас. Я думаю, что мы все в этом состоянии изучения, как мы подходим к этому изучению, очень важно, конечно. Каждый подходит со своим мотивом, вы тоже сказали, и это естественно. Разные причины, люди приходят к Кришне по-разному. Но вот эти вот три пункта, которые вы перечислили, самопозиционирование, какое отношение это имеет, в общем, к вайшнавской седанте, к выводу, да, который делают наши ачарьи, и применение инструментов, уже смотря в какой ситуации это было сказано, кому было сказано и, может быть, не знаю, в каком отношении это было сказано. Все эти три вещи очень интересно будет практиковать и в то же время наблюдать за собой. И к концу вывод из этого всего, что надо научиться слушать как ученикам и научиться пить нектар Шримад-Бхагаватам ушами, да, о чем тоже Шукадева Госвами говорит Парикшит Махараджа. Дорогие преданные, если есть вопросы, дополнения, пожалуйста, присоединяйтесь. У меня есть вопрос небольшой по самому стиху. Здесь говорится о мантрах, ведических мантрах. Может быть, есть какой-то... Какие-то конкретные мантры, которые вот так вот заводят в заблуждение, вводят людей в заблуждение, которым нам не нужно слушать? Или же какие это именно мантры ведические? Здесь говорится шабда-ся, да? Шабда. Шабда — это не какие-то конкретные мантры, а это веды. Веды имеется в виду карма-канда, раздел вед карма-канда. Вот. То есть то, что те, которые... То есть это не какие-то конкретные вот именно шлоки, да, а речь о том, что все веды призывают к чему? Будь благочестив, дарма, артха, кама. Вот эти вещи. То есть этот весь цикл яги, то есть кармы. То есть ты живешь здесь, совершаешь благочестивую карму, возвращаешься в рай, потом возвращаешься сюда и так далее. Вот это. Здесь говорится вот именно об этом. Шабда. Окей, спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы вредные? Лена пишет спасибо за вдохновляющую лекцию. Да, запомнила, что важно понять, чем мы больны, и идти за лечением к духовному учителю. Да, спасибо. Улыбнулась, когда слушала, как шутя обращались к Индре.
Да, спасибо. Было такое. Да. Вот, насчет самолечения очень тоже важно. Четко вы тоже сказали, что это очень опасно. Я знаю своих родственников, которые занимались таким, ну, реальным самолечением, как бы. Вот нашли проблему какую-то в себе, там, давай я сейчас буду лечить так или так. И все, конечно же, это очень-очень плохо заканчивалось. Ну, для меня это такой тоже как бы реальный пример. Да, бывает, конечно, по-другому, когда человек действительно специалист сам. Но даже здесь, смотрите, это интересно, это любопытный момент. Mm-hmm. Шрила Прабхупада, например, он вообще никого не слушал, когда там врачи или какие-то что-то ему советовали. Он сам всегда себя лечил. Вот у него, он мог послушать, но он все равно сам принимал решение. Вот это. Но с другой стороны, если мы не являемся вот такими освобожденными душами, как Шрила Прабхупада, да, вот или такими экспертами, скажем так, все равно нам нужна какая-то помощь. Причем здесь это же аналогия просто, она несовершенна. Одно дело лечить тело, а другое дело душу лечить. Это совершенно разные вещи. Да, в плане медицины, в принципе, если человек... Я помню, мы там с мамой, я помню, зашивали отцу там, даже швы накладывали. Ну, то есть, как бы, вроде бы самолечение, но на самом деле, когда человек разбирается, он может какие-то вещи делать, да? Вот. Но это же просто аналогия, она ограничена, она не объясняет всего принципа, она просто иллюстрирует. Но если мы возьмем другую аналогию, это психиатрия. Да, никак, что у каждого психолога должен быть психолог. То есть каждый психолог, он обязан ходить к какому-то другому психологу на консультацию, потому что ну, все равно есть какие-то узлы, которые только со стороны можно увидеть. Да, даже доктора должны ходить к докторам, это верно. Вестерс хотел добавить. Харе Кришна, Раджарен Прабху, спасибо за лекцию. Я просто хотел так дополнить, что очень таким задуматься заставило то, что вы сказали, что вот вы приехали на Палангу, и давайте прокатимся на скутерах. Я по себе такой думал, да, все время как бы в жизни ты типа говоришь, да, ну хочу служить, а в то же время все время ищешь какие-то способы, как послужить себе, и много чего делаешь, и, о, это не нравится это делать, о, это не нравится, мне нравится на великах покататься. Но чтобы я сказал, что это я как-нибудь бы связал с Кришной, просто наслаждаюсь. И как бы это так вот заставило подумать, что как с этим наслаждением... Ну да, это все наслаждение, все вот такие вещи. И всегда себе не знаю, правильное слово, отмазываешь, да, типа, что это... Тебе же тоже надо радость какую-то. Себе же тоже надо какую-то радость, чтобы жить дальше. И вот так задумался, спасибо. Это было так, будет о чем сегодня подумать. Да, спасибо. Да, спасибо. Спасибо за откровенность. Ну, Шримад Бхагаватам, я вам еще добавлю туда дров в размышления, да, Шримад Бхагаватам говорит, что, как это стих, «Камасия нэндри прийти, лабоджевет явата». Бхагаватам говорит, что, ну, надо, наслаждения нужны, на самом деле, но в той мере, в какой они поддерживают в нас здоровье и вообще силы заниматься духовной практикой, да. Вот такая вам тоже формула, вот, попробуйте применять. Потому что, например, если вы детей, да, привезли, ну, детям нужно, их нужно вывозить, их нужно там, чтобы они покатались, там, мороженое поели и так далее, да, то есть у них должны быть какие-то эти вещи, но в то же время развивающие и так далее, ну, то есть разные. Себе тоже какие-то вещи нужно погулять. Я помню, в ашраме мы были где-то, на Чаупати мы были в ашраме, и вдруг раз такая суета, такие все забегали куда-то, что такое, раз-раз, и смотрю, и нас тоже приглашают куда-то, и мы заходим на крышу, и там на крыше, значит, такое мороженое лежит, такая гора. Вот, все брахмачарис и с газировкой. Такая везде газировка и мороженое. И они все такие, это старшие преданные побеспокоились, старшие брахмачари. Они знают, что там раз в два месяца нужно устраивать газировочный вечер, иначе у брахмачари там будет проблема. То есть всего должно быть в меру. Но и эту меру либо определяет культура, в которой мы живем, и, к сожалению, современная культура, она чрезмерно нам диктует наслаждение, да, поэтому мы не можем на нее ориентироваться, либо это какое-то духовное руководство, старшие преданные,
которые говорят, слушай, ну, тут ты перегибаешь. Ну, либо просто мудрость, разум надо развивать. Ну, пожалуйста, думайте, вот вам пища. Хари Кришна, это то, о чем Шрила Прабхупада говорил, что ну, для преданного нужен тоже такой recreation, как бы, ну, отдых, или в то же время, ну, какие-то моменты, вот немного газировки и мороженого, или как это сбалансировать в то же время? Или это понять, что это просто наслаждение, и мне оно надо, вот сейчас просто я еще на таком уровне? Или же нам нужно все-таки понять, что это нормально? Ну, первое, конечно, нам нужно быть честными перед собой и не пытаться имитировать, да, а стремиться. Вот есть две внутренние позиции. Это имитировать и стремиться. Вот, они разные. То есть одно дело, когда я говорю, не-не-не, я хочу, конечно, мороженого, но как бы нельзя. Вот. Я не буду поэтому, да. Это вот, ну, как бы это будет меня разрывать, и запретный плод сладок. Я все равно в какой-то момент, ну, наемся этого мороженого еще с шоколадом и вообще там падение будет полное, да. Вот. Еще и ночью я это сделаю из холодильника. Это будет самое страшное. Вот. А стремиться или искренность означает, что да, может быть, я не дотягиваю, да, может быть, у меня есть. Я говорю, что делать, Кришна? И вот что такое стремиться? Когда я прихожу там, на море и думаю, мороженого, что ли, поесть? И сразу же так, Кришна, вообще нужно мне это? Ну, что делать? И мы все равно поступим так, как мы можем. Смотрите, это важный момент. То есть не значит, что так, все, нельзя, не надо. Но человек это даже делает, но если правильно это делает, он думает, вообще, зачем я это делаю вообще? Ну, как бы, ну, окей, что дальше? И на следующий раз у меня этого желания уже будет меньше. А потом его будет меньше. И вот тут важно не держаться за свои материальные привязанности. То есть духовная практика не в том, чтобы искоренять свои материальные привязанности, а в том, чтобы не держаться за них. То есть не то, потому что в следующий раз, когда вы приедете на море с семьей, и вам дети скажут, давай мороженое, папа, и вы так, да, давай, но надо задуматься, вообще я хочу, но им-то ладно, а я хочу или нет. И вот тут, если я держусь, то я скажу, не хочу, но все равно давай. Ну, это значит, я вернулся назад, да. Поэтому духовная практика, она постепенно вычищает из нас эти мороженые все. Постепенно не захочется уже. Ну, это же известно. Вначале все наедаются на пирах, как вообще, ну, как от пуза полностью, да. А потом с годами как-то и не хочется, но, ну, поел чуть-чуть нектар, все. Это надо у Йогачандры проверить, спросить. Если Йогачандра, ты слышишь сейчас, как у тебя сейчас с мороженым? Ну, мы его знаем как любителя мороженого. Есть такое. Годы идут. Как меняется? Рассказывай. Служение продолжается мороженому. Служим, да? Ну, ты там видишь Кришну хотя бы? Я просто знаю свой уровень. Я не прыгаю выше своего уровня. Здесь, в Гакуле, преданные для детей, как бы у них они мороженым не кормят, но они им дают этот самый. Они им замораживают соки и называют это мороженым тоже. И они такие говорят: так, дети, мороженое будете, такие, да. И раз такие замороженные соки, они такие, о, я так смотрю, думаю, ну вообще, что это такое, что за обман какой-то вообще? Что они за дураков держат, что ли? Хари Кришна. Ну, это вопрос привычки на самом деле. На самом деле у нас очень много дурных привычек. И главная дурная привычка – это думать, что я заслуживаю наслаждений. Вот что. Что если мне сейчас не насладить чувства, то они взбунтуются. А на самом деле очень часто надо просто сказать им цыц, и все. Тут вопрос. Скажите, пожалуйста, что 20 слов там, Хари Кришна. А мне лично, это что, значит, не зачитывать? Скажите, пожалуйста, шаг идти лечиться не возникает. Сам процесс лечения легкий или надо терпеть? А если мне хорошо или плохо во время лечения, значит ли лечение хорошее или плохое? Так, хорошо. Шаг идти. Что, если шаг идти лечиться не возникает? Это первый вопрос, да, я так полагаю. То есть вот вроде бы понял, что болею, а лечиться как-то не хочется идти. Ну да, это неискренность называется. Она есть у каждого из нас, по чуть-чуть неискренности. Нам больше, как вчера Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж давал лекцию в Москве. Он приехал в Россию сейчас.
Вот вчера он давал в храме на Нагорной лекцию и сказал, что нам больше нравится жалеть себя. Больше жалеть себя, чем просить о помощи. Вот в чем дело. Вот смотрите, вот это важный момент. Это очень хороший вопрос. То есть я увидел проблему. И что я теперь буду делать? Либо я прошу о помощи, либо я жалею себя. Вот это разные позиции. Первое называется смирение. То есть я говорю, преданные, помогите, измените. То есть просить о помощи означает просить об изменениях. А жалеть себя означает довольствоваться тем, какой я есть, и пытаться компенсировать это внешним вниманием. Да? То есть да, я падший. Пожалуйста, погладьте меня по голове. Скажите мне, что на самом деле я хороший. Вот это проблема, это неискренность. И Гуру Махарадж там объяснял, что ему задали вопрос, или он сам задал, сейчас не помню. А как же быть, если искренности нет? Ну вот нет такого. Вот я ловлю себя на том, что мне нравится самобичевание, что мне нравится вот эта вот жалость к себе со стороны других и даже духовного учителя, да, и так далее. Не смотрели? Ишо Дваласа. Смотрели, да, кто? Помните? Еще нет. Еще нет. Это 50-летие приезда, да? Вот. Ну да. Да, 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 да. Вот где висело 71-й, 21-й, так, да? Да, вот это. Ну, я только увидел, но еще не смотрел. Ну вот он там отвечает на этот вопрос. Вам сейчас сказать или вы послушаете? Говорите, конечно, говорите. Хорошо, но от него просто сильнее будет. Он сказал, что мы, может быть, не искренни, но мы можем хотеть быть искренними. Вот он так объяснил, что наша искренность в том, чтобы хотеть быть искренними. Может быть, даже я чувствую, что я на самом деле хочу наслаждаться, да? Ну, как бы не хочу к врачу идти, но хотеть пойти к врачу, я могу. Это очень важный момент. То есть я могу, никто меня не запрещает захотеть быть искренним. В этом наша искренность. Ха. Такой вот простой, но неожиданный немножко ответ, да? Запрограммировать будущее, чтобы оно мне помогло, да? Ну и так, да. Самосбывающееся предсказание. А вот если мне легко или тяжело лечиться, это значит, что лечение хорошее или плохое? Ну, по факту, если я вот, ну, как бы предался и хотелось бы, чтобы это все было радостно, а если не тяжело? Да. Как бы так ответить, чтобы не выше своей головы вам сказать, а? Потому что я тоже люблю сладкие лекарства. Тут на днях у меня была ситуация тоже, там мне один преданный как бы, ну, дал обратную связь, как это называется сейчас, да? То есть сказал какие-то вещи, что он обо мне думает. Вот, и уже несколько дней у меня в голове идет борьба. То есть я пытаюсь доказать себе, что он был неправ. Но даже если по факту он прав, ну так нельзя было этого делать. Ну нельзя было это вот так говорить, понимаете? То есть, ну ладно, я согласен, я не прав. Но он тоже не прав. Ну нельзя было вот в такой форме вот мне это говорить. Ну, я же старший преданный. Ну, мне нельзя было это вот так говорить. Понимаете? Ну, вот это вот наша болезнь, да. Хотя лекарства цены, вне зависимости от того, в сладкой они оболочке или в горькой, даже наоборот, горькая лучше. Потому что она не создает иллюзии как бы успешности. Да? Я понимаю, о, да, горькая пилюля, это как-то так, наверное. То есть, да, иногда нам не нравится. Горький эффективней. Да. Горький. Не, я спрашиваю, горький эффективней получается, да? Ну, горький они эффективней. Психологически эффективнее, потому что они не убирают, как бы они не создают иллюзию выздоровленности, так скажем. То есть сладкое лекарство я принял, и оно как бы там действует, но я думаю, что у меня все хорошо. А горькое лекарство, оно мне напоминает, что вообще-то у тебя все нехорошо. Поэтому иногда нам нужны горькие лекарства. Да, неприятно. А что поделать? Но, к счастью, как тоже, по-моему, вчера тоже в этой лекции Гуру Махарадж объяснял, что, к счастью, Кришна
он никогда... А, нет, это Сарвагья Прабху, помните, по-моему, говорил, да, в своей лекции, что Кришна никогда не посылает нам испытаний, которые мы не сможем преодолеть. Вот, поэтому как раз верить в Кришну означает ракшишетити вишвас коптрити варнам. То есть я говорю, Кришна, вот как ты считаешь, такие лекарства мне и давай. Вот. Дашь горький, я выпью горький. И вот тут мы можем практиковаться в шаранагате. То есть, да, ну, иногда Кришна будет такие посылать на грани, знаете, вот прям на грани, что вот еще, как один мне сказал, если это так, то я уйду из ИСКОН. Нет, ну, во-первых, это твоя проблема, во-первых, а во-вторых, ну, как бы, может, не надо. То есть Кришна же не будет посылать таких прям испытаний, чтобы мы ушли из ИСКОН, или там ушли из духовную практику прекратили. Кришне не надо таких посылать. Но поэтому любое испытание означает, что да, если даже я на грани, это означает, у меня есть все возможности остаться в обществе преданных. Это моя ответственность. Вот. Ну, не знаю. Я больше не буду говорить, а то я боюсь этой темы, на самом деле. Я боюсь, что Кришна мне тоже... Мне и так достаточно было этого инцидента, что уже 3 дня я уже там спорю с ним в голове. Хотя я уже почти капитулировал, конечно. Часто делают горькие лекарства в сладкой оболочке. Да, это идеально. Это, конечно, идеально. Если... Вообще, по идее, так и должно быть. То есть нам нужно создать такую атмосферу в обществе преданных, когда мы будем друг другу раздавать лекарства, не прописывать лекарства, очень важно, а раздавать лекарства, прописанные врачом, и эти лекарства будут сладкие, в сладкой оболочке. То есть мы будем, когда мы друг другу уважительны, когда мы говорим, ну, мы не говорим, ты не прав, мы говорим, подходим, слушай, я так вообще рад, я так ценю, что ты делаешь, спасибо. Не просто говорим, а это в каждом нашем, как Гуру Махарадж вчера слушал его лекцию, во Вриндаване, в школе, в Гурукуле. Ну, как это, школа вот эта, вот, международная, как она называется, Вриндаванская школа, да, там для преподавателей он давал лекцию, и он сказал очень важный момент, очень важный, в самом начале. Он сказал, что воспитание всегда состоит из 2 вещей. Это принятие человека и исправление. И он говорит, первое обязательно. Без первого, второе бесполезно. И сначала, говорит, принятие, потом исправление. Но, говорит, должно быть и то, и другое, но первое принятие. Если будет только исправление, то все будет испорчено. Если будет только принятие, то избалованный ребенок, да? Он говорит, но за принятием сразу же должно быть, то есть они обязательно должны быть, но первично принятие. И он говорит, что если вы абсолютно не приняли человека в свое сердце, ребенка, ну, про детей, он говорит про детей, да? Но это касается всех нас. Если ты абсолютно не принял, ты не можешь давать ему наставлений. Ну вот как себя вести и так далее. Потому что... А, вот, я вспомнил точно. Он сказал, что это определение насилия. Вот можете себе прямо записать. Что такое насилие? Это исправление без принятия. Вот как он определил насилие. Вот этого нельзя допускать ни в коем случае. И в нашем обществе преданных часто происходит насилие. Потому что мы привыкли так жить. Но что такое насилие? Это когда я даю кому-то вот эту самую обратную связь, да, пресловутую, но при этом я не принимаю его всем, он не чувствует, что я его люблю, иными словами. Вот это вот называется та самая сладкая оболочка, которую Дмитрий пишет. Да, вот это идеально, конечно. То есть, конечно, это лучше всего. И это зависит уже от экспертизы врача, насколько он, ну, квалифицирован, да. Поэтому, но тем не менее, преданный, ну, сколько у нас такого бывало в жизни, что нам кто-то говорит хорошую вещь, но в горькой оболочке. Ну, а что поделать? Ну, это лекарство. Ну, тут разум уже надо включать. Конечно, было бы лучше по-другому, но если этого нет, ну, что сделать теперь? Перестать принимать лекарства, что ли? Ну, иногда нам хочется так сделать, но потом мы все равно возвращаемся. И иногда нам везет, и нам попадаются хорошие, мягкие врачи, которые говорят, да зачем тебе это? Вот, на тебе конфетку. Как я видел этот ролик там, вы же видели, педиатр делает укол, ставит ребенку. Видели, как это делается? Там, он там с ним играет, он так пэм-пэм-пэм-пэм, та-та-та-та-та-та-пэм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 -
это ввел укольчик. Ребенок даже не заметил. Даже не заметил. И все такие, о, ничего себе. Вот это экспертиза, да, это экспертиза. Но, может быть, наш духовный учитель так себя ведет с нами. Ну, я точно могу сказать, что мой духовный учитель, он очень сладок вот в плане оболочки. Ну, да, но там внутри идет, конечно, ну, очень горькая пилюля всегда.
Вот, но его подача, то есть его вот этот вот attitude, да, то есть его отношение к людям, вот это все, оно создает невероятную атмосферу, которая позволяет проглотить любую пилюлю. Но часто мы сталкиваемся с преданными, я по своему опыту тоже, я сам так иногда часто себя веду, ну, достаточно как бы, ну, резко и, ну, необходительно, да. Каюсь, ну, такое бывает, да. Иногда это нужно, иногда нужно человеку обухом по голове ударить, чтобы он пришел в себя. Но злоупотреблять этим нельзя, конечно. Ну, такие мысли. Хари Кришна. Джарена Прабу, спасибо огромное за сегодняшнюю встречу и за те вещи, которые мы сегодня обсудили. Дорогие преданные, спасибо за вопросы, также участие. Кришна Кирти еще дополняет. Гуру Махарадж говорит, что саду режет, но иногда он сладок, но только для того, чтобы усыпить бдительность и потом порезать. Ну, тут уже искусство. Искусство, конечно же, самого духовного учителя, как искусного хирурга, наверное, так. И, конечно же, они нас тоже учат, как правильно давать обратную связь, да. И это сейчас очень делается акцент на этом тоже, как правильно исправлять, как правильно давать ну, наставления какие-то или указывать на ошибки. Это тоже надо уметь. Это пресловутый гамбургер, когда мы сначала похвалим преданного, потом дадим ему room to improvement, надо что-то изменить, и в конце, конечно же, тоже еще проставим, что спасибо, что ты вообще это делаешь, как бы, ну конечно, ну, это такое, конечно, такая... популистская методика, она не обязательно ее прям все время придет, но это уже как бы другой вопрос. Ну да, ну как практику можно хотя бы начать с этого. Да. Да. Хорошо, дорогие преданные, тогда на этом сегодняшнюю встречу мы завершим. Да, огромное спасибо, Раджарена Прабу. Если есть возможность, включите, пожалуйста, камеры, проявитесь, всегда очень благоприятно. Принести из непроявленного, выходите из непроявленного. Из непроявленного в проявленное. Принесем свои смиренные поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые подобны древним желаниям, исполняют все желания и полны сострадания ко всем обусловленным падшим душам. Ванчикава патарубишча крипа синдува йоча патита нам паванибу вайшнава. Надо коти вайшнава ринда ки джай. Спасибо еще раз, Раджарена Прабу, за ваше время и заботу в этом виде. Хари Кришна. Ждем новых встреч с вами в следующий раз. Хари Кришна.